Хочешь быть в курсе последних новостей туризма? Подписывайся на наш канал, и ты будешь всегда знать, что происходит в отелях, что нового, что изменилось. Этот канал для вас. Подписывайтесь на него. Красивый вид открывается панорамный. Смотри, как корабль здесь. Самый дешевый отель Тестура. Сахара 640 долларов приблизительно стоит. С Киева. Там бассейн. Он небольшой. Напротив, рядом идет стройка, перед отелем тоже идет стройка. Красивый панорамный вид с лобби. Территория зеленая. Море красивое. Викинг Туристик. Отдых покупают на viking.by. Главный ресторан. Главный ресторан. Небольшой, компактный. Там два места. Четыре места там? Два места. Там надо ресторан будет восточно и итальян ресторан. И джем, и массаж-центр. Сверху над рестораном еще два лекарства ресторана и спа-центр. И территория зеленая, красивая, видите, тут пальмы, цветочки. Пляж. Волейбольная площадка. Бар на пляже. Вот в море. Есть небольшой вот коралл, плита. Без обуви специально. По краям можно войти. И глубина сразу. Море красивое, хороший такой ход. Приятный. Можно давать. Вот здесь песок и плита. Там правее, там можно просто войти. Здесь мелкие-мелкие камушки. Не песок, а мелкие камушки. Вот. Приятный массаж для ног такой хороший. Тридцать один тринадцать Family. Здесь центральный. Знаешь что? Они когда-то они говорили, что у них бассейн работает двух ночи. Это актуально еще или нет? Бассейн работает. Чайный уголок. Горы до пяти, а только один главный бассейн здесь с подогревом. Балкон с выходом на территорию. На питание? Да. Туристы жалуются на питание, что очень плохо. Здесь телевизор плазменный. Ресторан, санузел. Чисто, аккуратно. Друзья, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Лысинок Евгений. Хотите на отдых в этот отель или другие? Мы вам поможем. Закажите звонок у нас на сайте, и мы перезвоним вам. У нас есть удобная система онлайн-оплаты и бронирование для самостоятельного подбора туров по лучшей цене. Ждем вас в наших офисах.